Певец Макс Барских после 2-летнего молчания выпустил долгожданный альбом с громким названием «По Фрейду». Макс представил 13 откровенных историй, которыми он решил поделиться с поклонниками только сейчас. Но в новый альбом вошли не только музыкальные треки. Вышел клип на один из главных синглов, на песню «Отпусти». И вышел мини-фильм «По Фрейду», который рассказывает о создании альбома «По Фрейду», о моих переживаниях, о моих мыслях, то, чем я живу ежедневно, то, о чем задумываюсь. Кстати, Барских только что вернулся из отпуска. В этом году он на время решил стать отшельником и в гордом одиночестве отдыхал на Мальдивах. Составить компанию Максу должна была подруга детства, солистка новой «Виагры» Миша Романова. Но обрушившаяся популярность не позволила ей это сделать. Мы с ней со школы вместе пели, добивались успехов и шли вперед. И, честно говоря, я очень рад и очень горжусь ей, что она сейчас стала тем, кем она есть. Многие думают, что Миша попала в «Виагру» по знакомству, так как много лет знакома с Константином Меладзе и с Аланом Бадоевым. И только Макс Барских рассказал нам всю правду. Когда подвернулся кастинг на «Виагру», у каждой девушки из десятков тысяч были равные шансы попасть в «Виагру». Константин не набирал никого по знакомству абсолютно. Нет смысла, я думаю, брать кого-то по знакомству, а потом мучиться с этим человеком. А скажи, ты в этот день уже поздравил кого-то близкого к сердцу? Уже успел. Успел, да? У тебя то есть девушка? Девушки у меня нет, у меня есть очень близкая подруга Миша Романова. Так. Я уже успел поздравить ее с этим днем. То есть... знаменательным. Она вчера выступала как раз на Big Love Show. Угу. То есть женская дружба мужчин между женщинами, дружба между мужчиной и женщиной существует, правильно? Ну, смотря какая, бывает разная дружба. Ну, у вас? Существует. И сколько лет вы дружите? Ну, мы очень-очень давно знаем друг друга, еще со школы. Угу. Мы жили вместе, мы добивались успехов вместе. И по сей день как бы добиваемся успехов. То есть ты купил билет для себя и улетел один? Я должен был ехать с Мишей Романовой. А, твоя подруга? Да, но она осталась, у нее сейчас очень загруженный график. Она в «Виагре», у нее концерты на январь, с самого начала января. И в середине, поэтому у нее не получилось бы полететь со мной. А что касается группы «Виагра», там было много солисток. Много-много поменялось, не знаю сколько, наверное, штук 12 девчонок было. Какая больше всего тебе нравится? Миша Романова. Ну, нет, понятно, я знаю, что это твоя подруга. А ты вообще веришь в то, что там знаки на зодиака некоторые совместимы? Вот к нам приходил кто? Влад Топалов вчера, он сказал, что если, например, он знакомится со львами, он сразу знает, что не сложится отношения, он уходит и больше с ним не общается. Может, да. У тебя тоже такое есть? Я тоже знаю два знака, с которыми у меня всегда слаживаются отношения, складываются. Это львы. Вот если мне нравится девушка, я начинаю с ней общаться. И она еще и лев? Нет, я вот если она мне нравится, внешне даже, вот, внешний фактор и какой-то внутренний по общению, я спрашиваю, кто она по гороскопу, она мне отвечает лев. Так зачастую Серьезно? Бывает, да.